Ну а тем часом у Бресте наладили «Веселковый карагод». Так называется выстава выявленчего и декоративно-прикладного мастерства, что открылась в областном центре молодежной творчести. На ее лепшие выники пленной працы юных майстров и майстрых региона. Веселковый карагод проходит у городе над Бугом уже 44 раз. На выниковом вернисаже больше за 1000 работ, выполненных у самых разных техниках. Есть тут и живопись, и батик, и бисероплетение, и шмат чего еще. Представляете, как нашему жюри пришлось нелегко работать, потому что нужно было выбрать самые лучшие работы. Но я хочу сказать, что отобраны практически все работы, потому что работы действительно очень яркие, интересные, красивые, оригинальные. Детские работы. И мне хочется отметить, что очень активное участие приняли все учреждения дополнительного образования нашей Брестской области, учащиеся средних школ, воспитанники детских садов. Активный удел в выставе взяла 13-годовая брестаучанка Марина Коучик. Девчина представила на вернисаже панно с натуральной скуры, над створением якого она працавала целых 3 месяца. Работа вельми кропотливая, але выник видовочный, с гонором заявляя юная рукодельница. Я уже 3-й год хожу на кружок природы и фантазия. Мне очень нравится. Мы делаем работы различные. Из соломки, из натуральной кожи, из засушенных цветов, из всего природного материала. По выниках выставы членами жюри будут выбраны самые лепшие работы у 2 номинациях – декоративно-прикладная творчесть и выявленчее мастерство. А покуль фантазию своих товарищей оценивают сами дети. Мне нравятся работы здесь, которые сделаны из соломы, которые нарисованы на ткани, из кожек есть работы здесь, вышитые работы, они очень красивые. На этой выставке очень много хороших работ, но скоро Новый год, и мне понравились елочки, игрушки новогодние. Мне понравилась эта выставка. Очень сильно. Я хочу принять в следующем году тоже участие и выставить свою картину. Окунуться в атмосферу творчести и безмежной детской фантазии может любой жадающий. Выстава «Веселковый карагод» будет должиться до 20 студеня. Уваход свободный. Катерина Страха, Миколай Ковалю. Областные новини. Брест.